И сегодня я буду снимать поезда варшавские. И здесь вроде вышла обнова. По заставке то точно. Вроде да, вышла обнова. Я только недавно играл в эту игру. Обновы очень редко здесь выходят. И вот вроде бы вышло новое обновление. Сейчас посмотрю. О! Не, ну обновление очень крутое. Да. Вот он. Не, ну тут прям очень круто сделали. Я помню вот этот мост. Там, да, автобусный вокзал. И вот вход к ПКП. Поезда. Ну это сделали прям очень круто. Да, вот сам вход на перрон. Так, пока что нет поездов, не вижу. Но они редко вообще ездят. Раз сколько? Раз 40. Стоп. По звукам вроде есть поезд. Не знаю, ладно. И что это? Какое-то табло. Сейчас посмотрю. Хотя не знаю, там может просто что-то написано. Ну вот это прям очень круто сделали. Прям вот, вот эти козырьки. Вот сама станция прям идеально точно так же выглядит. Локомотив новый. Не знаю, есть смысл сейчас ждать тут поезд. Просто он может не скоро сюда приехать, это конечно. Тут могут же редко ездить поезда. Есть. Ну, хочу как ближе до станции. Да, вот автострада здесь и мосты. Это лифт. Интересно, он работает сейчас? А нет, нельзя. Ну ладно, вот лестница есть. Вот Варшава Служевец. Поле сделали. Стоп, едет что-то. Я слышал звук гудка. Только где? Не, ну сделано прям очень круто. Вот вот эти мосты огроменные. Так, я слышал звук гудка поезда. Вот еще раз. Там. Вроде там что едет. Но я тут уже долго стою. Что-то тот поезд не особо едет сюда. Может быть телепортируюсь в другое место, там где будут побольше поездов. Просто я далеко сейчас от центра. Там вот стоит какой-то поезд. Там, скорее всего, какой-то игрок сейчас сидит, но не знаю, он что-то не хочет ехать. Новые перроны добавили. Ну, просто в реальной жизни там сейчас перестройка и меняется очень сильно. И они уже сделали так. Так, я на станции Варшава-Раковец. Тут что-то тоже поездов вообще нет. То было Жвирки и Вигуры, а вот сейчас Раковец. Да, вот. Так, иду на станцию. Ну, тут вроде тоже нету никаких поездов. Что-то вообще я смотрю, нету нигде. Может быть сейчас время, а то что игроки сейчас мало кто играет. Из-за этого мало. Просто бывает такое, то что на одной станции по три поезда есть. Ну, эта станция почти ничем не отличается от прошлой. Жвирки и Вигуры. Так что и вижу. Вот тут рельсы и вот там рельс. Вот там вообще вроде в УКД. Но поездов нету почему-то. Ну я иду сейчас. Ну ладно, все, иду на Варшаву заходу. Интересно все сделано. А, все. Это зависло. Так, я сейчас сначала пойду на перрон 9, а потом уже на остальные перроны. Вот на остальные перроны будут поинтереснее. Ну, тут почти центр города.
какие-то вагоны стоят. А вот там уже сама Варшава Заходня. Вот. Вот это вот все огроменная станция вот там. Вот сейчас я туда пойду. А вот это 9-й перрон, он отдельно сделан. Потому что тут уже другая линия. Но вот на этом перроне точно не будет поездов, просто там еще не доделали станции. Так что сразу иду на Варшаву Заходню, на эти перроны. О, вот, иду сразу на вот этот мост новый, крутой. Было 3 перрона готовых, а сейчас просто все сделали. Хочу вот посмотреть, насколько круто сделано. Ну, пока что отсюда видно то, что очень круто. Вот эти крыши огроменные перронов. Так, вот этот огроменный мост. Так, надеюсь, хотя бы тут будут поезда. Вот туда вроде. Тут лифт. Да, вот. А вот тут выходы на перрон. Сейчас хочу посмотреть отсюда, или есть поезда. А! Я упал. Нет. Сейчас выйду на перроны сами. Вот, 4-й перрон, думаю, идеально подойдет. Это где-то середина станции. Вот это очень крутая станция. Наверное, на заставку сделаю. Вот, все перроны сделаны. Вот это круто. А вот там еще вот это стеклянное здание, вот там еще тоже вход на станцию. Надо будет еще туда сходить, думаю. Ну, сделано очень круто. Только я не понимаю, где все поезда. Стоп, я слышу какой-то звук поезда. И где? Конечно, О, я могу сесть на лавочку. Вот, поезд едет! Поезд, поезд! Вот там! Колей Мазовецкий. Старый, конечно. Нет, он уехал. Ну, все, короче, я не успел на него. Но станция очень большая, просто издалека плохо видно поезда. Так, стоп, вот это центр Варшавы. Сейчас, тут должны небоскребы... Да, вот! Вот Палац культуры и науки. А вот там небоскребы были, только что. Ну ладно, чуть позже посмотрю на небоскребы. Иду сначала на станцию. Так, а вот сама станция. Ну, сделана она круто. Вроде я... Не, я тут не первая. Но вроде она была по-другому сделана. Так, иду на поезд. Надеюсь, успею. Просто... Вот там поезд. Еще и такой крутой Песадар. Это один из лучших. Вот это мне повезло. Сажусь, сажусь. Вау. Мне прям попался поезд просто имба. Очень крутой поезд. Вот это круто. А что это тут произошло? Столкновение? Стоп, что произошло? Поезд вроде врезался в нас. О, хорошо. Вот, да, тут 2 поезда столкнулись. Этого я не ожидал. Ну ладно, все, хорошо. Но я еду напрямую на самом лучшем поезде вообще из всех сейчас ездил. Но это один из моих любимых. Сейчас мы едем на Варшаву Заход. А вот тут я только что был.
Варшава Охота сейчас будет. Тут небоскреб. Ну да. Так, иду на вот тот дальний. Там еще один есть поезд. Может, я успею на него сесть. Так, давайте идем на шестой перрон. Он вроде на шестом. Надеюсь, я угадал. Просто я не знаю, на каком перроне. Почти угадал. Так, иду обратно. Хотя, может быть, это конечно, и сейчас водитель, ну, то есть, машинист, он выйдет из игры. Просто надо... Да. Это просто конечно для многих поездов. Что-то слишком быстро едет. Так, захожу. Так, сейчас еду на станцию Варшава-Служевец. Тут я долго ехал и ускорю видео. Так, следующая станция Варшава. Жвирки и Вигуры вроде бы. Да. Все, надо тормозить сейчас.
Так, вот станция. Следующая станция Варшава-Раковец. Все, еду. Ой, я слышу звук поезда. А где он? Не знаю, может быть он где-то там? Или там? Где-то поезд едет. Так, вот станция. Все. Прям остановился очень хорошо сейчас. Следующая станция Варшава Алеї Єрозолімські. Вот это уже станция очень близко к Варшаве Заходней. Так, торможу. А вот станция.
Так, все, остановился я. Так, стоп, стоп, стоп. Фух, чуть не проехал. Все, осталась последняя станция. Ой, я на этом сервере сейчас самый богатый. Вот у меня сейчас 174 вот этих доллара. А за 800 я смогу купить новый поезд. Скорее всего, куплю СКМ. О, сейчас я поднимаюсь вверх. Все, сейчас я уже подъезжаю к Варшаве Заходней. Вот я уже проехал по этому мосту. Тут уже тысячи просто рельсов. Очень много их тут. Интересно, или на Варшаве Заходней будут какие-то поезда? Я бы хотел встретить. Так, вот сама станция. Я сейчас еду на 9-й перрон. А вот там станция сама большая. Все, торможу. Все. О, этот начал ехать. Вообще хорошо сделано. Тут много разных поездов я могу поснимать. Так это та игра, которую я так долго искал.
Все, этот поезд какой-то тварный уехал. Так. Я на станции Качку в Гурна. Не знаю, что это за станция. Это одна из самых больших, мне кажется. Ну, она просто большая. Сколько тут? Раз, два. Много перронов, короче. Так. Главное, чтобы поезд не сбил, когда вот так перехожу. Такая старая станция. Тут уже, скорее всего, пассажирские перроны. Хочу быть пассажиром сейчас, потому что вообще посмотреть, что это за игра. Вот какая-то станция. Так, а вот это уже какая-то современная. О, сейчас загрузится. Ого, тут что-то большое сейчас будет. Это вот это еще больше станция. И это уже какая-то современная. Табло вот есть. Нормально, вот это вообще круто. Там где-то вообще на полях в лесу было. А вот тут вообще современная станция. Но тут также... Ну, тут нету поездов. Хотя там были товарные только. И то уехали. Так. Не знаю, ничего не вижу из поездов. Подземный переход. А, нет, ладно. Нельзя там. А как тогда пройти на другие перроны? Или на рельс? Не знаю, не буду рисковать. Я уже один раз делал такое в другом симуляторе поездов. Ну или не симулятор. Ну просто игра про поезда. Я уже так делал. Зря. Так что лучше не идти под рельс. О, так тут целый город. Станции такие большие, но поездов также не вижу. Проверю, что будет, если пойти под рельс. А, вообще ничего. Ну ладно, я просто тут не вижу никаких мостов, этих подземных переходов. Ну, типа, вот подземный переход. И все. Да, нельзя переходить. Так что тут невозможно перейти, не нарушая. Наверное. Надо будет проверить еще, ли есть переезды. А там что это? А ну да, нельзя так. А это уже какая-то вообще мелкая станция. Где-то в лесу. Все равно современная. Также поездов нет. Машина. Машина. Можно ее взять? Нет, это муляж, это все. Выходишь такое, тут станция поездов. А можно вдоль рельсов походить? Так на самих рельсах не буду идти. Это опасно. Да. То я надеюсь, мне сейчас не дадут какой-то штраф. Ну, не знаю, вроде нет. Тут нету никакого баланса. Ну и плюс я возле рельсов иду. А не на самих рельсах. Так. Тут я вижу что-то интересное. Светлофоры. Переезд какой-то вроде, да. Грузовик. Он тут все время будет так стоять, да? Вот переезд. Интересно ли он работает? Позор влаг. Что за позор? Переезд просто позор влаг. Хорошо то, что не влаг. Я бы уже сбил этот столб. Позор. В смысле позор? Я не знаю, нормально ли он? Че это пшеница такая высокая? Ого. Поле какое-то. Только самый главный вопрос, или вот именно в этом месте есть поезда? Или они как-то сами по себе ездят, типа на станциях? Пока что непонятно. Ну, проблема в том, видимо, то, что надо очень долго ждать поезд. Хотя, может быть, надо будет зайти в другое время, будет много игроков, и тогда... Может быть, часто будут ездить поезда.
А, это какой-то вообще древний переезд. Да. А вот этот переезд, вот это уже позор, потому что он... Что это? Тут просто вот знак сбитый. Ну да. Или не сбитый, просто плохо стоит. А может это поезд едет? Вот это вот фиолетовое или что это за цвет? Розовый какой-то, фиолетовый. Да! Это, скорее всего, поезд едет. Это значит, я его тогда сейчас поймаю на станции Хубов. Или как она сейчас? Хубов, Хубов. Ой, куда идти? Большая станция. Ладно, буду тут ждать. По идее, он должен уже где-то тут быть. Вот он! Наконец-то я словил поезд. Это товарный. Круто. Смотрите, что здесь есть, что я нашел. Тут не просто есть просто какие-то поезда, кто-то ездит. Тут можно себе его купить и самому ездить. Вот это очень круто. Тут локомотивы. О, вот этот я хочу себе купить, вот этот крутой. Так. Хотя сейчас... О, вот это еще лучше, ПЗРУ 9. Вот это очень крутой. Ну, они неплохие, но нормальные. Я вот я хочу. Вот вагоны вот такие вот хорошие. Вот эти. Вот эти крутые тоже. Ну, тут вагонов тоже очень много. И двухэтажные, и обычные. Вообще много. Вот. 35 тысяч коинов. У меня вот, видимо, да, это коины. Как их зарабатывать? Хотя я догадываюсь. А вот это сколько? 20 тысяч! Блин, очень много. Локомотивы. То есть не локомотивы, а сами электрички. Вот это старая. Это какая N? EN. Не помню. А, EN57. Да-да-да-да. Вот. Не заметил назад, но я вот 100% вот это хочу. Вот,